Темная жатва. Озвучено и переведено командой CyberCat Studio. Это нормально, что мы с этой штукой на людях ходим? Здесь все выглядят как опасные фрики. Ты вписываешься. На что смотришь? Кажется, мы пришли. Знаешь, я передумала, я домой. Эй, у нас уговор. Зачем ты вообще меня притащил? Сам не мог справиться? И что не так с этой штукой? Ну, это коса. Ну и я говорил, что только ты сможешь справиться с этой задачей. Ладно, хорошо. Ну, мы пытались. Послушай, девочка, у меня нет конфет. Что? Слушайте, сэр, мы пришли, чтобы... Мы идем на ту вечеринку. Дай-ка сюда. Прости, я все еще пытаюсь переварить, но почему мы снова здесь? Мы ищем мертвеца. Ты уверен, что это верное место? Здесь скорее мерзко, чем страшно. Боже мой, что здесь случилось? Убийство. Твою же Окей, больше так не делай. Эй, давай потише. Только если скажешь, что происходит. Это, блин, кто? Я же говорил, мы ищем мертвеца. Стоп, ты это сейчас серьезно? Слушай, Хейли, у нашей семьи полно темных секретов, о которых я умалчивал. Просто доверься мне, ладно? Ну ладно, здесь мертвый чел. Что дальше? Мы от него избавимся. Окей. Вот, держи. И что, просто махать этой штукой? А что, ты собиралась тыкать ей? Хей, да ладно тебе, я в таком не разбираюсь. Я же сказал тихо! Он не должен знать, что мы здесь. Извините, а кто вы нахрен такие? Ну? Я... Слушай, мы пришли забрать тебя на тот свет. Так что, пожалуйста, не сопротивляйся. О, нет, спасибо, думаю, я в норме. Что происходит? У меня нет времени на это. Хейли, займись делом. О, точно! Получилось? Ты его упустила! А я здесь при чем? Смотри! А ну стой! Оставьте меня! Uh-oh.
Вау, не знал, что я так умею. А ну стой! Эй, что ты сделала? Да как ты посмела? Да, сделаю вид, что не услышала. Неплохо, неплохо. Видишь, это было не так уж и плохо. Ну да, в смысле, это было странно, но... и захватывающе. Отлично. Следующее место недалеко отсюда. Что? Да ладно, может, сделаем перерыв, а? Нет времени на перерывы. С этих пор ты одна из нас. Что? И твой долг защищать улицы от... Ладно, куда идем? У меня друг работает в этом районе. Ты же любишь китайскую еду? Как скажешь, мелкая.